sakin geçti. Selam arkadaşlar, bu bölüme daha hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle Witcher 3 Will Hunt'ın 12. level görevi göz göze yan görevinden devam ediyoruz. Burada Rochelle'i onun kampında buluş diyor. Haritada ne kadar uzak olduğuna bakıyorum şöyle. Bayağı bir uzak. O yüzden temele gerilere sığınan oradaki fast travel, hızlı seyahat noktasına gideceğim. Şu elfin olduğu yerden seçip hemen oraya geçiyorum. Video fazla uzun olmaması için fast travel kullanıyorum. Evet, geldim şu an. Ты меня достал, седой. Как все это кончится? Думаю, бордель открыть. В Изиме. Такой солид. Геральт из Ривии. Живой и здоровый. Bunları daha önceki bölümlerde sormuştum. O yüzden bu bölümde bunları es geçeceğim. Bir sorun olduğundan bahsettin diyeceğim. Говорил, у тебя какие-то проблемы? С Брянкой. Она взяла пару людей и ушла за реку. Бить нильфов в Еворнике. И что? Вроде партизаны этим и должны заниматься. Да, если им приказали. А я запретил ей покидать лагерь. Бессрочно. Вес, neden köye gitmiş? Зачем Бьянке этот Еворник? Понимаешь ли, тамошние мужики нам как-то помогли. Нильфгардцы об этом прознали. И теперь появилась информация, что они собираются устроить карательную экспедицию. Повесить каждого пятого. Или что-то вроде того. Кажется, я понимаю Бьянку. Непонятно только, почему ты против. На войне умирают люди. Не только солдаты, но и гражданские. Всех не спасешь, вот и все. Мне казалось, ты идеалист. Ты не ошибался. Только у меня один идеал. Свободное Тимерие. Ради него я пойду на все. Ты больше не доверяешь Бьянке? Ты что? Она за меня умереть готова, не в этом дело. Знаешь, чем отличается солдат от обычного головореза? Мундиром? Я серьезно. Это был риторический вопрос, так что вместо того, чтобы спрашивать, лучше просвети меня. Солдат мыслит тактически. Он знает, когда нанести удар, когда отступить, когда идти в атаку, а когда ждать. У Бьянки с этим проблема. Она горячая, порывистая. А в партизанской войне один неверный шаг, и все пойдет нахер. Я приказал ей оставаться в лагере, потому что боялся, что если она пойдет на дело, то наделает бед. И я был прав. Ладно, у тебя проблемы с дисциплиной. Я-то как могу помочь? Не думаю, что Бьянка вошла в деревню. Скорее, она с ребятами засела в соседнем лесу. Надо найти ее, пока она не пошла в атаку, и остановить. Ты мастер читать следы. Помоги мне. Можешь на меня рассчитывать. Спасибо, Геральт. Я твой должник. Тогда встречаемся в Велине под деревом висельников. Оттуда до Еворника рукой подать. Андам. Яныру. Daha süratli koşarak yangını söndürdüm. Bu da iyiydi. Nereye asılmış adam ağacına. İşte burası. Hemen F5. Ölürsek buradan devam edebilsin. Evet. Hemen buradan beygiri çağıralım. Beygirim gel oğlum. Ruah dedim. Ne yapıyoruz reis? Деревня внизу. Там уже черно от нильфов. Они казнь готовят. Бьянки не видно. Она порывистая, но не дура. Ждет удобного случая.
Может, хочет ударить после захода солнца, когда... Что еще? Люди трое, легко вооруженные. Пытаются подобраться поближе. Там у... Смерть черным! Атма! Кырха! Похоже, мы опоздали. Пошла! Ну, сколько мне еще ждать? Арбалет я. Зрелище. Нас сейчас урда? Пусть. Ты где, сука, был? По ягоды собрался? Рошей, я... Я не хочу с тобой разговаривать, Геральт. Прощай. Не он туда? Уже башарился издали. Заман, кайтло и нюкле. Шурда. Истощенную и раненую Цири нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к барону, самозванному владыке Велен. Барон позаботился о девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград. Что? Люди трое. Смерть! Атма! Hemen neye basalım? Benim çelik kılıcı çıkarıp 155'e 160. İyisi bu. Ulan o gümüşmüş ya. Buradan da 77, 95, 71, 87 kanama şu kılıcı alalım. Hadi boşalım. Bir numaralı kılıcı da çektim, koşuyorum. Wes, neredesin Wes? Wes burada mı? Allah Allah! Harici oradardı benim. Burada değil. Wes şurada o zaman. Hayda! Hangisini daha yapacağız? Nasıl bir şanssızlıktır ya Rabbi? İki arbalet bir mızrağa gittik. Ölüm marşı böyleymiş demek ki. Paslanmışım. Hemen hızlı bir şekilde silah ve kılıcı çıkardım. Şunu giydim. Şurada 36 zırh telmeli vardı. Bir de şu mu vardı? 58'e 72, 73, 87. Hemen konuşalım elemanla. Oo. West neredesin West? West neredesin West? Ждать.
О, идет он. Ölmese bari. Ben öldüm gene ya. Ves benden sağlam çıktı. Roah'la koşacağım bu sefer. O kadar seri olacağım ki. Ves'in yanına kadar düz gideceğim. Hemen şuradan bir silahları değiştireceğim. Şöyle yapalım. Hemen silahları çıkardım. Şunu giydim. Şu muydu? Bunu giydim. Hemen Roah'ı çağırdım. Koş oğlum, koş lan, koş lan, koş lan. Dur oğlum. Bu topladık ya ağacı boğulda. Başla. Koş 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 koş. Hadi be. Oğlum şu subay çok efsane ya. Arkadaş 3 mol 4 mol öldüğümüz. Vay arkadaş. Videodan buraları kesmeyeceğim kesinlikle. Ne kadar zorlandığımı görsünler. 1 level yerinin görevi bu sadece. Bomba yok mu? Yok. Ves'in yanına gitmem lazım. Ves'i kesiyorlar. Хватит болтать! К бою! Hadi be. Köşeye sıkıştırdılar. Bir daha yıkla şu kaydı. Varsa bomba atacağım ben bunlara ya. Bir daha koşalım. Koş lan koş lan. Yine mi bir çırkılcı var üzerimde ya? Ya değil. Besin can yarı. Заканчивай.
Ланка, мать твою, ты рехнулась! Ты игнорируешь приказы, идешь на самоубийственное задание, и вместо того, чтобы надеть кирасу, ты лезешь в бой в рубахе, раскрытой до пупа, с сиськами наружу! Ты мне не отец, Роше, и не тебе говорить, как мне одеваться! Я твой командир, и ты будешь меня слушать! Ты по-прежнему в армии, мать твою, за ногу! Я не могла их бросить! Они нам помогли! Дело солдата, Бьянка, убивать, а не спасать! Если тебе это не нравится, иди к сестрам Милители! Учись на знахарку! Ёбаный хер! Давай оружие! Получишь обратно, когда образумишься! Если образумишься! Идем! Вран! Öldürmek istiyorsanız biri, öldürmemek istiyorsanız ikiyi tercih edin. Один остался. Роше, ты забрал мой меч, но я и так справлюсь. Оставь его. Хватит здесь трупов. Что? Ты меня слышала? Да, и я поверить не могу. Он пришел, чтобы убивать гражданских. Он нас видел. И ты дашь ему просто так вернуться к своим и все рассказать? Имгыр и так знает, что мы убиваем его людей. Пусть увидит, что мы умеем проявлять жалость. Роше, это жутко благородно и все такое, но так вышло, что я работаю на нильфгаардцев. И мне с ними больше проблем не нужно. Не нравится мне это. Но я не хочу тебя подставлять. Вот и отлично. Хороший нильф, мертвый нильф. Я его удавлю, как... Отойди. Я все сделаю. Нейн, Трокаир. Ладно, идем, пока патруль не появился. Спасибо, Геральт. Если вдруг что, ты знаешь, где меня искать. Bitti mi görev? Bu kadar mı? Evet, 40 göz böldüğünde bitmiş. Arkadaşlar, bu görevimizde bu kadar. Gözünüzün önünde şu loot, şunları lootlayalım. Ne çıkmış, ne varmış, ne bakalım. Valla kontan çizmesi, temel yakalıcı falan iyi yani. Fena değil. Büyülok falan var lan, çok iyi. Kalanları topluyorum şu anda. Bir kişi kalmış, o da burada. Aynen burada. Ben köye dadandım şu an. Köyü topluyor resmen. Evet arkadaşlar, bölümümüz de bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinize iyi seyirler.